Рейды по местам массового досуга молодежи провели в выходные сотрудники отдела управления ФСКН совместно с ангарской полицией и бойцами спецназа. В список заведений попали два известных в Ангарске ночных клуба. Помимо помещений, оперативники досмотрели 12 автомобилей посетителей клубов. В ходе проведения данного мероприятия был выявлен факт нарушения правил хранения травматического оружия. Данное оружие было изъято хозяин, владелец оружия, привлечен к административной ответственности. Также выявлены факты немедицинского употребления наркотических средств. На данных лиц составлены административные протоколы. В ходе рейда были задержаны 19 посетителей. Все они прошли медосвидетельствование. На шестерых составлены административные протоколы за нахождение в общественном месте в состоянии наркотического опьянения.